Здравствуйте! Обзор новостей спорта в эфире телеканала «Орифей Пермь». Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина подошел к концу. Российская команда, в составе которой выступал пермяк Евгений Климов, заняла 8-е место в зачете Кубка наций. Финальный этап соревнований прошел в Словении. Победу одержал австриец Штефан Крафт. Он же стал лучшим в общем зачете. Климов на этот раз показал 19 результат и занял 17-е место по итогам сезона. Гандболисты пермских «Медведей» оформили свое участие в следующей стадии чемпионата страны. Произошло это в домашнем матче против челябинского «Динамо». Наши оказались сильнее 28-21 и застолбили за собой место в восьмерке сильнейших. Впереди у «Медведей» выездной поединок 29 марта. Они сыграют в Санкт-Петербурге против местного университета. Волейбольный клуб «Прикамье» в эти выходные поделил очки на выезде с челябинской командой «Торпедо». В первый игровой день 20-го тура чемпионата России высшей лиги А пермяки сумели переломить ход неудачно складывавшихся поединка и одержать победу 3-1. Повторная встреча получилась еще более упорной. Дело дошло до пятой партии, в которой нервы крепче оказались у хозяев площадки. 3-2 в пользу Челябинска. По итогам этого тура «Прикамье» уступило вторую строчку в турнирной таблице. Пермяки поменялись местами с Барнаульским университетом, у которого на 3 очка больше при равном количестве побед. 1 и 2 апреля наши сыграют дома с клубом «Грозный», и это будут заключительные домашние поединки «Прикамья» в этом чемпионате. На этом у меня все. Ждем развития спортивных событий.